циркуль один из важных элементов для перемещения, о котором забываем. Ну, раньше уже показывал, как сейчас более конкретно для наработок, для сгиби. Не рукой, бедром, ногах этот циркуль. Туда перехватили, обратно. Тазом вперед, тазом назад. На одной ноге, потом то же самое с другой. Раз, два. Циркуль. Сокращаем не просто вперед, а именно раз и продолжили вокруг противника. Либо сокращая дистанцию, когда противник атакует, мы делаем раз, два. Если мы пошли вперед, раз, два. То же самое, если будем перехватывать шаг вперед и ушли вокруг противника, все время по кругу. Не прямолинейно, потому что он может нас встретить. Это видно. И я ушел вокруг него. То есть, и пошли по кругу. Если он сокращает дистанцию, я ухожу. Но не зависая вот здесь, нога продолжила движение. Если я сокращаю дистанцию, как мы уже рассматривали, провокация, и я пошел по кругу. То же самое, шагнули с перехватом. Здесь уже можно выбирать вот этот вариант циркуля, либо назад, либо вперед. Потом добавляется уже на другие варианты перемещения. Нырнули с перехватом, ушли. Нырок с перехватом и забрали корону. Ни в коем случае не оставаться вот в таких позициях. То есть мы продолжаем естественное движение вокруг противника. Раз, два, три. Либо постоянно с ним взаимодействовать, двигаясь по кругу.